саженцы и луковицы бородатого ириса и мартеллити, айрис джерманика и мартеллити, привлекательны своей живучестью, морозостойкостью. Не зря в переводе их название звучит как бессмертие. Растение высокорослое, высота побегов около 90 см. Цветки крупные, до 16 см. Лепестки волнистые по краям, белоснежные. Бородка светло-лимонная. Период цветения – июнь-июль. Рассаживать ирис рекомендуется в августе, но можно и весной. И мартеллити лучше всего себя чувствует на солнце или в полутени. Хорошо откликается на подкормке. Ему подходят не только минеральные, но и органические удобрения. Ирис бородатый и мартеллити – это многолетнее растение высотой 80-90 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Ирис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания ириса прекрасно устроит открытый грунт. Цветы имеют средний аромат. Цветок окрашен в гофрированные ослепительно-белые цветки с легким перламутровым напылением и светло-лимонной бородкой цвет. Интересные цветы ирис могут быть до 12-16 см. Ирис бородатый и мартеллити создал Зарбрик. Создан сорт был год 1982. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.